наверное, спросите, какого хуя я сейчас сижу здесь на гремучем подоконнике, а в хуевую погоду и сильным ветром? А потому что в кальянной Митхука, где у меня должна быть сегодня смена, выключили свет уже второй раз за день. Но обзор мы все равно снимем, и обзор у нас сегодня будет на табак Gixxon. Вы, наверное, спросите, почему я так часто снимаю обзоры на табак Gixxon? Во-первых, потому что это мои хорошие друзья. Во-вторых, я не скрываю правду, если это говно, я сейчас скажу, что это говно. В-третьих, у них новая ревизия, то есть новое изменение, то есть новая технология и все остальное. И, наконец-то, табак вступил в общую такую масс-маркет продажу. До этого он был только лишь на тестовых стадиях. У меня есть пару вкусов. Я забил три кальяна. Это кальян Маклауд, Мамай. На чашечке Cosmo Bowl, на фольгушечке у меня киви, классика Альфакера. Посмотрим, похож ли он на Альфакер и на ту самую классическую киви. Второй вкус — это шейх на Мамай. И мне было интересно, какие же шейхи на вкус, блядь. Чем они вообще отдают и как они воняют, да? И третьим — это манго. Манго я очень люблю, и посмотрим, понравится ли оно мне в Gixxon, пока непонятно. Так вот, наверное, думаю, стоит немного рассказать. Они полностью изменили технологию, но при этом они оставили красный цвет табака. Как вы знаете, когда проходила выставка в Германии, там всем дали понять, что на территории Европы запрещено производить крашеный табак. Но, примечание, ввозить и продавать его можно. Главное, чтобы он не был сделан в Европе. Также Gixxon очень хорошо себя показал на этой выставке, и многие европейцы, особенно в Германии, им заинтересовались. Давайте, собственно, теперь потихонечку раскуривать, и начнем мы с нашего киви. Я думаю, здесь фольга, и, соответственно, у нас фанул, и посмотрим, держит ли он или не держит это. Я знаю, что сейчас в камеру дует пиздец, как ветер, вы эту всю хуйню слышите, но, блядь, что делать? Курится он вполне хорошо. Курибельно, не приторно, и ароматика хорошая, но вот именно классического киви в нем я не чувствую. То есть именно схожести с альфакеровским киви, который я очень люблю, так это не сильно не прочувствуется. Учитывая, что это все стоит на трех углях, на фольге, дует ветер, это все раздувает, табак как бы не сильно горит, но все равно привкус какой-то есть. Поэтому, думаю, лучше их раскуривать на классических пятидырных чашках, на фольге, либо уже на коллауде. Посмотрим, что у нас со вкусом шейха и как вообще эти шейхи, как бы, блядь, на вкус. Это сладкий вкус, очень приторный. Кислиночка. Я думал, шейхи немного другого вкуса. По примерной такой ноте аромата это более свежие вкусы, не приторные. Когда я прокуривал первые партии, на старте всегда чувствовался какой-то такой неприятный моновкус, но потом все это выравнивалось. В данном случае нет. На старте сразу же у нас появляется хорошая ароматика. Я все это прокуривал дома и могу сделать вывод, что на 40 минут курения ароматики вполне хватает, дальше она начинает очень быстро угасать. До большого именно такого дымного и ароматного привкуса нужно много жара. Это проблема, наверное, табака. С одной стороны, можно считать это и не проблемой, тут это спорно. Многим не нравится, что табак долго греется, при этом они начинают орать в том, что табак быстро перегревается. Здесь есть какая-то, наверное, какая-то норма баланса. Либо табак долго греется и долго курится, либо он быстро разогреется и быстро у тебя сдохнет. Другого как бы объяснения я этому никак не могу придать. И у нас следующий вкус — это манго. Манго здесь более травянистый, зеленый, такой классический. Такой слабенькой ароматикой именно искусственной сладости. Очень похож на Falling Star, либо на больше, наверное, на Mango Lace от Dark Side. По цене это очень бюджетный табак.
который явно не ударит вам по карману, и при этом вы сможете как бы нормально покурить. Но при этом же я не могу навязывать вам свое мнение, что табак охуенный, покупайте. Табак не очень дорогой, и вы всегда можете его купить и опробовать. Манго 50 на 50. На окончании нравится, в середине не нравится. Очень маслянистый вкус такой заходит, очень маслянисто. Дайте-ка я вернусь заново к нашему киви и посмотрю, что из этого получилось. Возможно, он больше прогрелся, а возможно и нет. Нет. Киви для меня не топ с гиксами, это однозначно. Очень слабая ароматика, либо выбран не тот киви, к которому мы привыкли. Потому что почти все поколение, которое курит, они привыкли к киви, который от Альфакера. Это приторный, непонятный вкус, но все называют этот вкус просто киви, блядь. А вот шейх, ну, тоже спорный вкус. Поэтому... Немного непонятно, что это. Было бы прикольно, если бы на пачках писали бы описание. Хуй с мамаем. Давайте теперь поговорим про упаковку. Упаковка, она стала более импортной, более красивой, такая вся выпуклая, как, собственно, начали все делать вот эти 50-граммовые пачки. Это премиум табак, это премиум. Далее, что касается внутреннего пакета, то, как заверяют сами производители, то это самый дорогой пакет, который есть на рынке. То есть это самая дорогая упаковка, которая есть на рынке. Я лично не понимаю, в чем ее дороговизна, в чем ее плюсы, но она не текет, она термо, и она очень удобно открывается руками. Но есть и минус, который я в последнее время замечаю именно на 50-граммовых пачках табака. Это минус связан с язычком отрывания этого пакета. Почему? Потому что его, в принципе, вообще нету. Как бы ленточка есть, а вот язычок нащупать, блядь, невозможно, да, понимаете? Просто пиздец. Это как при жирной корове, которая весит 150 килограмм, а может даже и 200, ты пытаешься найти ее дырку, да, и роешься в этих складках. То же самое и с этой пачкой. Очень сложно найти, поэтому проще просто ее разрезать, порвать и вот так вот, собственно, отребушить, как мы и делали, когда забивали эти чашечки. В оконцове что могу сказать? Табак, в принципе, в целом хорош. Курить его можно, недорогой, да, он не дотягивает до Дарксайда, он не дотягивает там для Танжирса. Но есть люди, которые не могут себе позволить купить себе 250 грамм Танжа, либо они просто физически не могут курить крепкие табаки. Поэтому такие табаки, как Гиксом, Щербетля, Адалья, Бута, Бали, Хуэли и все остальное, они именно нацелены на сегмент людей, которые не могут курить крепкие кальяны и пока не довольствуются именно данным, то есть данной крепостью, данной подачи производителя, именно сегмента таких дешевых, но при этом курибельных табаков. Что еще, наверное, хочу сказать в оконцове. Если вы будете вдруг нечаянно на станции метро Баррикадная, нет, как называется станция метро? Баррикадная, то обязательно заходите в кальянную Мидхука, и я вам гарантирую, что в следующий раз свет будет. Это просто я не везущий, и на мою смену не было ни интернета, не работал ни платежный терминал, и, собственно, нихуя нет никого, потому что света нет, сейчас пойдет дождь, и будет вообще тотальный пиздец. Поэтому давайте поставим лайки. Ссылочку на эту кальянную с адресом я оставлю в описании, так что всем пока, это Топа Гиксом.